Выходил на пикет за справедливость, против, за то, что против коррупции. У нас в стране происходят несправедливые вещи. Требуем, чтобы прокурор в принудительном порядке предоставил эти документы. Получается, если нет решения Министерского суда, само уголовное дело открыто незаконно. Все следственные мероприятия, проведенные, тоже незаконны. Аресты, то, что санкционировала прокуратура, тоже все незаконно. Я требую прекратить уголовное преследование и освободить нас. Перед тем, как вы сейчас примете решение, да, по этим ходатайствам, я хотела бы сказать, может, вы не понимаете, то, что вы судите граждан, которые реализовывают свое право согласно части 2 Конституции Республики Казахстан, 1 статьи, казахстанский патриотизм. Мы все являемся патриотами, мы все активны, потому что нам не безразличен судьба Казахстана. Мы участвуем в социальной жизни, общественной, политической жизни Казахстана. А не являемся экстремистами. Вы вообще сейчас позоритесь. Вы предков всех ваших позорите. Судья или прокурор, это что?